лучше. Ой. Ребята! Юху! Ой! Смотрите! Юху! Здорово придумал! Ловлю, ловлю! Маленькие рукавички, что у вас тут? Я сделал салют! Дедушка Тайка, смотри, как красиво! Как сокровище из сказки! Не все сокровище, что блестит. Однажды Умка тоже увидел блеск в море и подумал, что нашел подводные сокровища. Как красиво оно блестит, это верхнее море. Да, Умка. Бабушка рассказывала, что это отражение сокровищ, которые спрятаны в Нижнем море. Ой, ух ты! А что такое сокровища? Ну, это такие блестящие вещи. Одни люди их давным-давно спрятали, а другие ищут. А ты тоже хочешь их найти, да? Да, было бы здорово. Жалко, я нырнуть не могу. Слишком холодно. Ой, мне уже домой пора. Маме обещал помочь. До скорой встречи. Хорошо, что нам нырять не холодно. Точно, Кора. Мы сами найдем сокровища для Тайки. Ого, так вот оно какое! Сокровище! Кажется, на дне еще что-то блестело. Еще сокровища! Пахнет солью. И на вкус пересолено. Это сокровища для Тайки. Он говорил, люди о них мечтают. И мне сокровищ. Там еще много, всем хватит. Так чего же вы ждете? За ними! А я пока посторожу. А я за Тайки! Тут можно сидеть и блестеть! Где все? Я такое гнездо построил! Пэтчик, привет! Случилось. Мы с Эльмой так спешили. Во все лапы! Тайки, смотри, что мы из моря достали. Ой, весь день ныряли. Завтра весь день лежать буду. Ого, какие молодцы! Да, мы столько сокровищ нашли. Да нет, вы море от мусора очистили. От какого еще мусора? Этого его люди в море выбросили. А зачем? Не знаю. Мусор никому не нравится. А в море его не видно, будто его и нет. Сейчас я все это соберу, чтобы и на берегу чисто было. Тайка, погоди!
Погоди-ка, это же мое гнездо! Такое блестящее и холодное, и, ой, скользкое, ой, колючее. Ладно, забирай. Жалко, что это не сокровище. Я так хотел тебя порадовать, Тайка. И порадовал, Умка. Мне нравится чистое море. Его никакие сокровища не заменят. Вот и все, маленькие рукавички. Что же, Умка так и не нашел сокровища? Отчего же не нашел? Ну-ка, посмотрите вокруг. Снег, как серебряное покрывало. Звезды, как алмазы, сияют. Лед хрусталем переливается. Вот они, настоящие сокровища. Ого, красота! Очень здорово. Привет! Омрон, можно примерить? Тата, ты не тяни! Вы ее сейчас порвете! Ну, пожалуйста! Ой! Ну вот, порвали! Ничего, маленькие рукавички, этой беде помочь можно. А вот услышать других – непростое дело. Поэтому Умка и его друзья не сразу поняли, о чем предупреждала их говорящая гора. Лучше бы я на солнышке полежала. Кора, а ты лежа катайся! Смотрите, у этой горы шапка, как у Тайки, и мы выше ее, ой! Давайте кататься! Я первый! Я! Вот еще! Я всегда первая, Пычик! Кора, догоняй! Эй, тише! Вы слышите? Гора нам что-то говорит! Кора! Давай к нам скорей! Осторожно! Гора сейчас скинет шапку! Это Коре нужно помочь, а не нам. Ой, это как? Я здесь, а друзья там. За шапкой остались. Помогите! А то есть давайте же скорее спасать Кору. Ну, у вас получится! Ну же! Пычик, лучше слетай, посмотри, где Кора. Я как раз собирался. Чик. Я нашел ее! Кора! Там! Если мы прокопаем длинную нору в снегу, она выведет нас к Коре! А у Тайки есть деревянная лапа, чтобы рыть снег быстрее. Я как раз хотел слетать за Тайки! Одно крыло здесь, другое там! Или там! Кора! Кора! Я привел Тайке! Он роет к тебе путь деревянной лапой! Умка с Ильмой ему помогают! Хорошо, я тоже буду рыть. А куда? Вперед, Кора! Рой за мной! Вот не хотела же кататься. Пычик, в какой стороне Кора? Мы туда копаем. Так, тут снег и там снег. Значит, туда. Рой за мной. Вы прекрасно копаете.
Попробую унюхать кору. О, чую! Но только снег. Вы слышите? Это Пычик. Ой, придумал! Нужно, чтобы кора нас тоже позвала. Отличная идея! Пычик, скажи Коре, что мы будем копать на ее голос. А я только от нее! Кора! Кора! У меня идея! Говори громко! Или пой! Ав-ав-ав, маленькая нерпочка любит понырять, полежать у лунки, с друзьями поиграть. Я слышу Пычика! И Кору! Копаем туда! Она ныряет, плавает, на суше трудно ей. Я уже чую Кору, еще чуть-чуть. Скорей, спасите нерпочку. Мы уже рядом. Кора, Умка. Ой, нет. Спасибо, что спасли меня, друзья. Прости, Кора, что мы не послушали тебя и Гору. Тогда бы мы все не потерялись в снежной шапке. Умка, эта шапка называется лавина. Если слышишь, что гора ухает, скорее уноси лапы. Тогда я твою лапу тоже унесу. Так. Я маленькая нерпочка, друзья меня спасли. Так Умка понял, что надо слушать и друзей, и природу вокруг. Иначе беда случиться может. Спасибо, дедушка Тайка. Да-да-да, отдай Омар, он порадуется. На, ну, я и сам хотел так сделать. Держи, Омар. Омар, тебе так идет. А чай будем пить? Будем. Сейчас, сейчас, тата. Ой, смотрите. Кто поймает? Оп, я поймаю. Это попрыгунья всегда заодно с солнышком и кочует с ним повсюду. Однажды и Умке она повстречалась. Солнечная мушка. Это правильно. Моя будет. Вот что вкусно пахло. Эти люди едят всякую гадость. Хоть не таскай у них. А вот эта нора мне пригодится. Ой. Ой, какая красивая льдинка на палочке. И в ней мой нос. Ой, привет, солнечная мушка. Я Умка. Ты всегда летаешь за льдинкой. Пойдем, я познакомлю тебя с друзьями. Мушка, иди ко мне! Я Пычик! Я тоже очень яркий! Эй, Мушка, кто первый до ледяной арки? Ильма, Мушка!
пушка без льдинки не летает. Ничего себе! Она быстрее меня! Что? Кто? Кто меня разбудил? Я во сне такую рыбку поймала! Ну, я кого-то сейчас! Простите, Маха, это солнечная мушка. Она не хотела вас будить. Мы просто играли. И где же она, ваша мушка? А, мелкота? А? Ой, исчезла! И нам тоже пора. Не так быстро. Эта штуковина моя. Я первая ее у людей утащила. Если вы ее утащили, она не ваша. Надо ее вернуть. Так верните мне. Вот, смотрите, смотрите! Рыба, рыба, рыба летит! Какая жирная! Я птица удачи! Глупое перо! Ну что, попались? Ой, кто это у нас такой прыгучий? Ха, беги, мушка! Маха злая! Прячься скорее! А ну лети ко мне! Погнали. Я устал. Махе тоже понравилось играть с мушкой. Ой, кто это мыло ел? Дома выброшу. Танька! Я! То есть мы! Мы Маху прогнали! Нам помогла солнечная мушка! Солнечная мушка? Никогда такую не видел. Вот же она. А, понятно. Это просто солнечный лучик. А это зеркальце моей мамы. Спасибо, что нашли. Зеркальце? А зачем оно, Тайка? Чтобы в него смотреться, Ильма. О, а я хорош. Значит, солнышку тоже нравится смотреться в зеркальце. А Маха так и не узнала, откуда взялась солнечная мушка и куда она исчезла. Какая удивительная история! Мушка Маху отвлекла и зверятам помогла. Смотрите, мушка снова здесь. Прилетела на чай с вареньем. Так нечестно, Омран. Я же лучше играю. Честно-честно, Тата-та. Я сама видела. Эх, маленькие рукавички. Вы прямо как Ильма. Она тоже из-за пустяков со своими друзьями поссорилась. А за сопкой ее уже поджидала чья-то хищная дружба. Бежим до той сопки! Кто последний, тот селедка! Ильма! Я принесу тебе удачу! Победил Умка! Так нечестно! Я не селедка! Мне Пычик помешал! Я помогал! Изо всех сил! Ильма, не расстраивайся! В следующий раз будешь первая! Я всегда первая! Вы просто нечестно играете! Вкусная кругляха! Каждый день таскаю, она все тут, под этой палкой. Сама появляется. Вот утащу вашу палку, приносящую кругляшки. Будете знать.
мне пригодится. Эй, деточка, ты правда быстрая и ловкая. Кто посмел тебя обогнать? Умка, этого просто не может быть. Я тебя научу, как всегда, быть первой. Вот это да! Я тоже так хочу! За мной! Попробуй! Обгони! Не получается у меня! Все равно я вторая! Сильнее работай задними лапами! Есть еще секреты. Используй ветер. Лети вместе с ним. Тоже хочу. Пришло время проверить, всему ли ты научилась. Я готова. Кто первый добежит до селения и принесет вон ту палку, тот самый быстрый. Я буду первой. Как я устала. Ты слишком быстрая. Ой, научила я тебя на свою голову. Я первая. Деточка, ты моя лучшая, единственная ученица. Я научила тебя всему. А теперь докажи друзьям, что ты первая. Спасибо, Маха, а ты добрая. Ну, палка, давай мне вкусные кругляшки. Где ты их прячешь? Привет, хотите на перегонки? Не до того пока. У тайки Хэхэ пропал. А это кто? Это оберег. Мы его печеньем угощаем. А он наше стойбище бережет. Из дерева вырезан. На палку похож. Вот такой. Эх, побегут дальше искать. Мы тоже поищем. С моей удачей быстро найдем. Ой, кажется, это я Хэхэ утащила. Случайно. Я его верну. Маха, верни Хэхэ. Попробуй, бери. Ура, друзья! Мы победили! Все вместе! Ну, погодите. Я еще вас догоню. Только не сейчас. Загоняла меня эта ученица. Прости, Тайка. Я думала, это просто палка. Так Маха сказала. Спасибо, Ильма, что вернула нашего Хэхэ. И вы, друзья, простите. Зря я на вас обижалась. Вместе мы самые первые. Ой, самые лучшие. И удача с нами! Ну как, морозные щечки? Поняли, что такое хищная дружба? Это когда кто-то только притворяется другом. А у нас настоящая дружба. Омран, научишь нас так же хорошо играть в шашки, как ты?